Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня 12 июня. Вот мы убрали редисочку, которая здесь сидела. Хорошую сами покушали, остальную отдали курочкам. И посадила я огурцы. Ну, не показываю вам, как я садила, а вот показываю грядочку. 12 июня я посадила огурцы. Ради интереса посмотрим, что будет, вырастут они или нет. Погода вроде бы немножко налаживается, становится теплее, но все равно. Утром прошел дождик, было прохладно. Но сейчас где-то около 20 тепла. Здесь вот еще не всю использовали редисочку. Как-то ее у меня не очень любят. Ну ничего, не съедят дети, съедят курочки. И вот рядышком по веревочку посадила тоже огурчики. Тоже 12 июня посадила. Ради интереса буду наблюдать за их развитием. Что получится. Так, жучок. А ну, зарядок. Жук. Жучок. Не слушайся, накажу, на цепь посажу. Жучок, иди сюда. Жук. Я тебе, проказник, побегаю по тыквам. Ну, ты морда моя эта черная. Ах ты моя проказа эта. А? Все, пойдешь у меня на цепь. На цепь пойдешь, да, любимчик мой. А? Что зря делаешь?